Так, всем привет, кто меня смотрит. В общем, только что забрал комплект предзаказа PS4 из видеоигр.net. В общем, делаю такую распаковочку. Точнее, показываю, что вообще из себя этот комплект представляет. Значит, в первую очередь, сам сертификат дает право на получение консоли, собственно, по предзаказу. Чек. 1000 рублей стоит. Столько же будет скидка при получении самой консоли. Дальше такая брошюрка. Комплект поставки, собственно, официальный список стартового пакета. Сама PS4, контроллер, гарнитура, шнур питания, HDMI и USB. Стартовая линейка игр. Тут более подробное описание. Собственно, эксклюзивы. Ну и наклеечки. PS4, джойстики. Видимо, бандлы какие-то, не знаю. И вот такой вот набор стикеров. Собственно, все. Что из себя представляет комплект? Будем ждать выхода 29 ноября. Всем пока.